Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как вязать вот такие пинетки-мокасины. Связаны они из 100% высокообъемного акрила. Пряжа детская новинка Пехорка. В 50 граммах 200 метров. Размер подошвы 10,5 сантиметра. Это на возраст где-то 3 месяца. И давайте приступим к вязанию. Подошву я уже связала. Как вязать подошву, вы можете посмотреть у меня в предыдущем видео. Я прикреплю здесь подсказку. Итак, крючок у меня 2 мм. И давайте приступим к вязанию основания пинетки. Итак, первый ряд основания мы будем вязать не за целую петельку, а только за дальнюю стеночку одну. Так. Делаем воздушную петлю и начинаем вязание столбиками без накида за дальнюю стеночку петли. Это мы так будем выполнять подъем. За дальнюю стенку столбики без накида. Вот так. Итак, мы будем провязывать полностью ряд. И давайте его провяжем самостоятельно. Итак, я провязала. Теперь делаем соединительную петлю. И будем вязать второй ряд. Так, делаем воздушную петлю. И начинаем вязание за всю петельку, столбики без накида. В прошлом ряду мы делали за одну только сторону петельки. Сейчас полностью за всю петлю вяжем столбики без накида. И давайте провяжем самостоятельно этот ряд. Второй ряд я провязала. Делаем соединительную петлю. Воздушную петельку, которую мы набирали изначально. Делаем петельку и можно нитку отрезать. Дальше будем вязать другим цветом. Отрезаем нить. Давайте начнем вязать. Я буду вязать вот таким вот цветом. Не помню, как он называется. Будем называть его голубым. Итак. Будем начинать вязание с того места, где мы его закончили. Вот сюда протягиваем нитку. Делаем 2 воздушные петли. Делаем накид. И вяжем полустолбик с накидом. Все 3 петельки провязываем вместе. Так. Один полустолбик с накидом мы провязали. И так вяжем дальше накид. И все 3 петельки провязываем вместе. Снова накид. Все 3 петельки провязываем вместе. Итак, мы будем вязать до конца ряда. Давайте провяжем сами и встретимся уже в конце ряда. Довязала я ряд до конца. Теперь делаем соединительную петлю. И нитку можно отрезать. Все, эта часть у нас готова. Теперь будем вязать микс пинетки. Для этого складываем пинетку пополам, чтобы определить середину. Так, серединку нашли. И отсчитываем. Так, 5 петелек. 3, 4, 5. И опять же, этот ряд тоже мы будем вязать только за дальнюю петельку. Вот за одну петельку такую.
протягиваем нитку, делаем воздушную петлю. В следующую петельку будем вязать, начнем вязать столбики без накида. Эту ниточку мы будем прятать по ходу вязания. Вяжем, и у нас получится 9 столбиков без накида. Вяжем за дальнюю петелечку. Вот не за всю петельку, а только за дальнюю. Довязали, разворачиваем вязание и будем вязать столбики без накида. Не вот эту начинаем вязать, а со следующей петельки. Столбики без накида. Так, 8 столбиков без накида провязали. Теперь будем делать соединительную петлю. Ниточку держим ближе к себе и за одну стенку, которая находится ближе к нам, делаем соединительную петлю. И в следующую петельку, тоже за петелечку, которая находится ближе к нам, делаем соединительную петлю. Таким образом у нас получилось 2 соединительные петли. Разворачиваем вязание, вяжем третий ряд. Вот. Вот с этой петельки. Это получается, которая у нас первая была соединительная петля. Вот в эту петелечку провязываем столбик без накида. И целый ряд вяжем столбиками без накида. Девять столбиков без накида провязали, дальше вяжем соединительные петли в дальнюю стеночку. Одну соединительная петля первая и в следующую, тоже за дальнюю стенку, вторую. Разворачиваем вязание, вяжем четвертый ряд. Также в первую соединительную петлю начинаем, провязываем столбики без накида. В этом ряду у вас должно получиться 10 столбиков без накида. Ряд довязали. Так, ниточку держим ближе к себе, крючок за ниткой. Делаем соединительные петли. Одна и вторая. За стеночку, которая находится ближе к вам. Все. Ряд довязали, разворачиваем. И начинаем следующий ряд. Дальше давайте провяжем самостоятельно еще 2 ряда. И всего у нас должно получиться 6 рядов. Шесть рядов я провязала. В этих рядах мы делали прибавление. Дальше мы прибавления делать не будем. Вяжем не вот эту петельку, как мы вязали бы, если делали прибавление, а следующую. Вяжем столбики без накида. Два. Три. Так, 12 столбиков без накида провязали, дальше делаем 2 соединительные петли, как и делали. За дальнюю стенку одну и вторую. Разворачиваем вязание и вяжем не вот эту петелечку, а во вторую. Вяжем столбики без накида.
Так, довязали этот ряд до конца, делаем 2 соединительные петли за ближнюю стеночку, 1 и следующую петельку, 2. И снова начинаем вязание со второй петельки. Давайте провяжем самостоятельно еще 4 ряда и встретимся с вами. Еще 4 ряда я провязала. Смотрите, всего у нас получилось 12 рядов. И теперь делаем одну соединительную петлю. Вот так. Все. Дальше мы будем вязать язычок для пинетки. Вяжем так, столбики без накида. 3. 12 столбиков без накида мы связали, разворачиваем наше вязание и с первой петельки начинаем вязать столбики без накида. У нас должно получиться 12 столбиков без накида. Так, этот ряд мы довязали, теперь набираем 3 воздушные петли и вяжем ряд столбиками с накидом. Вот, в следующую петельку начинаем вязание и до конца ряда. Ряд столбиками с накидом я провязала, теперь разворачиваем наше вязание и в первую петельку начинаем вязать столбики без накида. И так дальше. Всего у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Двенадцать столбиков без накида провязала. Теперь будем вязать. Здесь смотрите внимательно, вяжем 3 столбика без накида, 1 полустолбик с накидом. Делаем накид и провязываем 3 петли вместе. Дальше 4 столбика с накидом. Дальше 1 полустолбик с накидом и 3 столбика без накида. Вот такой у нас получился ряд. Следующий ряд вяжем таким же образом. Так, переворачиваем вязание. Начинаем вязать 3 столбика без накида. Один полустолбик с накидом, 4 столбика с накидом, 4 столбик с накидом. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом и 3 столбика без накида. 3. Теперь мы обвяжем верхнюю вот эту часть столбиками, не столбиками, а соединительными петлями. Так,
чувствую себя неудобно. Так, первая соединительная петля, вторая соединительная петля и так дальше до конца ряда. Так, все довязали. Соединительная петелька, еще одна петелька и ниточку можно отрезать. Эту нитку потом просто спрячем с изнаночной стороны. Мы будем обвязывать вот эту вот часть пинетки столбиками без накида. Сделали начальную петельку и будем начинать вязание вот с вот этих вот петелек. Так, теперь делаем воздушную петлю и начинаем вязывать. Нитку прячем вот эту вот во время вязания. Вяжем столбики без накида. Вяжем за вот эти вот крайние стенки от петельки. Вот эти вот, которые у нас остались. И вяжем так до конца ряда. А ряд у нас закончится там, где у нас начинается язычок. Итак, я довязала последний столбик без накида, вяжем за вот эти вот две петелечки. Так, делаем. Делаем петелечку и отрезаем нитку. Все, что лишнее торчит, отрезаем. Это нам не надо. Итак, передняя часть мокасинчика у нас готова. Сейчас приступим к увязыванию задней части. Итак, начинаем вязать мы с последнего столбика без накида. Вот в эту же петельку мы продеваем нитку. Продели нитку, делаем одну воздушную петлю и начинаем вязать столбики без накида. Вот эти ниточки все мы прячем по ходу вязания. В этом ряду мы будем делать убавление одно на пятки. Итак, довязала я до пятки, ищем серединку, приблизительно вот здесь. Делаем одно убавление. Две петельки вместе. Я делаю это за крайние стеночки. Одну стеночку вот так поднимаю. Вторую стеночку петельки. Протягиваю через них. И еще раз. Все. Дальше вяжем также столбики без накида. До конца.
Так, до конца я довязала. Делаем еще один столбик без накида в эту петельку, в которую мы уже делали столбик без накида, когда обвязывали мыс. Еще делаем соединительные петельки. Одну соединительную петлю и вторую. Итак, все, первый ряд готов. Так, второй ряд мы делаем 2 воздушные петли и вяжем полностью ряд задней части столбиками без накида. И так вяжем до конца ряда. Итак, до конца ряда я довязала и вяжем еще плюс 2 петельки, плюс 2 столбика без накида. Один и второй. Помните, мы там делали 2 соединительные петли. Все, второй ряд готов. Начинаем вязать третий ряд нашей задней части. Набираем 3 воздушные петли. Дальше вяжем 4 столбика с накидом. Один. Второй. Третий. Четвертый. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Делаем накид. И провязываем 3 петли вместе. Дальше вяжем столбики без накида. А на пятки будем делать убавление. Довязала я до середины пятки. Убавление делаем, как и делали. Поднимаем 2 петельки, провязываем их и провязываем еще 2 петельки. Дальше вяжем столбиками без накида и оставляем в конце ряда непровязанными 6 петелек. Я довязала, оставила непровязанными 6 петелек и будем их сейчас вязать. Делаем накид и вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше накид и вяжем 5 столбиков с накидом. Третий, четвертый и пятый. Все, ряд у нас так готов. Так, дальше будем вязать четвертый ряд. Делаем 3 воздушные петли и вяжем 4 полустолбика с накидом. Делаем накид и вяжем все 3 петельки вместе. Дальше накид и вяжем 5 столбиков. Накид и 4 полустолбик с накидом. Дальше мы будем вязать столбики без накида. Итак, вяжем до конца ряда, оставляя в конце 5 петелек. Так, я оставила непровязанными 5 петелек, теперь вяжем 5 полустолбиков с накидом. 1, 2 полустолбик с накидом, 3, 5, так, накид забыла, так, 5 полустолбик с накидом. Все, ряд у нас готов. Дальше будем вязать пятый ряд. Набираем 3 воздушные петли. Дальше 4 столбика с накидом. Так. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Провязываем все 3 петельки вместе. Дальше 7 столбиков без накида. Так, дальше будем вязать 12 столбиков с накидом.
12 столбиков с накидом мы провязали, дальше вяжем 6 столбиков без накида. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом, все 3 петельки вместе, и 5 столбиков с накидом. Пятый ряд у нас готов. Шестой ряд провязываем столбиками без накида. Начинаем с первой петельки и вяжем столбики без накида. Шестой ряд я провязала. Делаем петелечку и отрезаем нитку. Пинетка практически готова. Осталось только спрятать вот эти вот все торчащиеся ниточки и связать шнурок. И сейчас я вам покажу, как я вяжу шнурки. Отматываем от клубка приблизительно метр. Так, отмотали. Ниточку от клубка держим к себе. Вязать я буду крючком 2 мм. Так, делаем начальную петельку. Опять же повторюсь, ниточку, которую отмотали, держим к себе, от клубка от себя. И начинаем вязать. Вот этой ниткой, которую держим к себе, делаем накид. Ниточкой от клубка провязываем 2 петельки. Снова накид, провязываем, накид и провязываем. И так до конца. Ничего сложного в этом нету. Вот такой вот шнурочек у меня получился. Он мне очень нравится. Нитки, которые у вас остались в конце вязания, вы тоже прячьте в шнурочек. Итак, нам осталось заправить шнурок. И пинетка готова. Останется связать еще одну пинетку и можно смело надевать и выгуливать. Заправлять мы будем шнурок в тех местах, где мы провязывали столбики с накидом. Через первый столбик с накидом, точнее здесь у нас были воздушные петли, вот через них продеваем, здесь через столбик с накидом первый. Вот так. Выравниваем, чтобы у нас были равные части. Здесь мы пропускаем 3 столбика с накидом и третью дырочку продеваем шнурок. С этой стороны точно так же. И пинетки мокасины готовы. Никаких лишних деталек в этой модели нету, вяжутся они быстро и легко. Я уверена, у вас все получилось.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи. Пока-пока!